Бен Травато, Уго. В чем дело? Вам с Розой удалось бежать, но остальным повезло меньше. Эмилио схватил их, и теперь они ждут казни. Ты знаешь, где их держат? Они все еще в этом квартале, но это все, что мне известно. Найди их. Я мигом приведу сюда твоих братьев. Принадлежат народу! Эмилио нужно не единство, а единоличная власть! Вы ответите за свои... Сюда. Чем мы можем помочь тебе? Стоп! Следуй за мной. Заставь их задуматься. Attenzione! Вы можете кого-нибудь задеть? Что я теперь скажу приятелю? Так, сюда. Послушай, как они визжат. Неудивительно, что их хозяин прячется. Где Эмилио? Разобраться бы с этим отребьем. Я уже видел их. Не дайте ему уйти! Ах!
Идем. Жди здесь. Идем. Не отставай. Садим ваши головы на пики. Нет, лучше повесим их трупы на окнах дворца. Сегуми. Это точно. Где закон? Где справедливость? Подходи, не стесняйся. Я всего лишь лекарь. Стой здесь. Ладжу, вон там, бей его! Минуту. За мной. Слезай, или я буду стрелять. Слезай немедленно. Хватит. Сдохни уже. Ложись!
Ко мне. Я поражен. Не думал, что ты так быстро добьешься успеха. Я постарался. Я сообщу об этом Антонио. Зайди позже. Для тебя есть еще одно задание. Какое задание? Приходи на пристань, я все расскажу. Молто бене. А, Эцио, я надеялся снова увидеть тебя. Мне нужен твой совет. Конечно. Что тебя беспокоит? Эмилио настроил часть моих людей против меня. Взятками и шантажом? Да. И мы не можем действовать, пока не разберемся с предателями. Они где-то здесь. Следят за нами и доносят Эмилио. Недолго им осталось шпионить.
Я нашел его! Бегите, бегите, трусливые товари, не будет он вам подчиняться. Похоже, вы умеете. Зачем ты это делаешь? Чао, Рагаровская карта. После тяжелого дня не бегите. Освободив моих братьев, ты не просто сделал доброе дело, Эдсо. В будущем они тебе помогут. Если попросишь их, они пойдут за тобой. И когда у меня будет своя шайка? Отправь ее к стражникам. Твои люди поднимут шум. И путь для меня будет открыт. Именно. Мне не придется пачкать свой клинок. Это хорошо. Именно. Теперь я расскажу тебе, что делать. План Антонио полагается на обман. Мы должны сыграть роль лучников, но для этого нам нужны их доспехи. Партия таких доспехов погружена в сундуки и ждет отправки в Сета. Захвати сундуки и отбери доспехи. Когда закончишь, тебе надо будет достать лодку и пригнать ее сюда. На ней мы незаметно перевезем людей в палаццо. Считай, что готово. Точно, веди нас. Городская казна опустела. В связи с этим вводится дополнительный налог. Они твои. Роскоши. Внимание! Штрафы за ростовщичество были пересмотрены. Bene. Mario!
Покажи им. Добрый господин, вырывай сердца у врагов. А всем, кто нечестен и несправедлив, убийца будет суров. Бегите, бегите, трусливые товари, не будет он вам подчиняться. Умрете вы все от него. Так, и что теперь? Что здесь происходит? Эй! Меня могло задеть! Вот это мне нравится! Есть свободные койки! Вот это мне нравится! Они городского совета! Золото! Ладно, иди! Дамколо! Я тут ни при чем! Терпиета, пожалуйста, сеньор! Тебе здесь не место! Уходи! Аривидерчи, Георг! Состояние на победителя. Это именно то, что нам нужно. Я сообщу Антонио о том, что ты выполнил задание.